Дело по факту пыток челябинца в одном из супермаркетов известной сети могут закрыть. Причина – возможный отказ пострадавшего от претензий к охранникам магазина. Однако с этим не согласны родственники мужчины. С их слов, сын страдает наркотической зависимостью, а значит, не может сам принимать адекватные решения. Тем более заявление в полицию на незаконные действия сотрудников безопасности писала его мать. Напомним, семья Асаянов обратилась с жалобой к служителям закона после того, как увидела скандальный ролик с участием их сына в сети интернет. 5, 6, 7, 8, 9. По одной из версий, сотрудники магазина заподозрили мужчину в воровстве и, видимо, решили проучить его самостоятельно. Чтобы скрыть пытки от посторонних глаз, Асаяна завели в подсобное помещение и стали унижать. Сначала заставили отжиматься на кулаках, а когда у мужчины закончились силы, ударили электрошокером. Мне руки сломаны. Я больше не могу, правда? Вставай. Вставай, говорю. Простите, я дурак. Родители мужчины не отрицают, что их сын мог что-то украсть из магазина. Но, по мнению матери, это не дает права охранникам действовать вне закона. Я считаю, что отжиматься и шокером его бить, сдайте в милицию, в полицию тогда, если он правонарушение сделал. Они сами там разбираются, издеваются над ним. Расследование инцидента продолжается. Родители пострадавшего не намерены забирать заявление из полиции. Они хотят, чтобы садисты понесли наказание за жестокое обращение с человеком.